Бля, самый крутой будет тот, кто по этому канату до машины будет. Стой, 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 стой! Без музыки хуйня. Сам говорил, с музыкой венслайд. Что? Нет, с музыкой в машине, а на телефоне ну, телефон. Нет! 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 Подожди! Блять! Нормально, погнали, парни! Да блять, подожди нахуй! Где этот плейлист? Вот Кадиллак. Кадиллак Макларен. Нет! Сейчас! Он заебался своей музыкой! 10 секунд! Едем без музыки. Быстрее. Едем без музыки. Я не успеваю. Поехали! Да, нахуй, я без вали. А? Без всего, никакой музыки не успел включить. И даете нахуй позвонить на момент, ошмоганный в рот. Надо кричать. Да что кричать? Говорю, дайте включу, вы не даете поиск. Вот. Найдите музыку. Конец! Да, ебать, блядь! Под очки летит! Кто слетел? Он все, он слайдит! Я тебя держал, мог слайдить. Надо чуть правее просто надо лететь. Начать как-то. Поехали! Костян, ближе к правому боку. Ближе к правому боку едь. Вот к этому? Нет, к правому. Ну, у меня правая, сейчас вот здесь. Просто я по стене слайдил. Ты видел, но это же самый слайд. Это слайд. Нет, стой, просто тут скорость включу. Такая, что опасно. Мы 40 выкинет, едем. Пизда, ну, я вообще а? Тут 40 едем. Жестко. Нет, тут 40 в машине хочешь, и 40 здесь, это разные. Хочешь сядь сюда? Да я, а рулить-то кто будет? Я сяду за руль. Вот было! Давай я сяду за руль. У меня страховка, не только на меня. Какие 40? Сейчас музыку включу. Давай. Бля, только не едьте, умоляю. Стой! Нас наебали вы нахуй. Давай, включай. Да блядь! Включай! Да ругает замерз, нахуй, минус 20! 40 километров в час, пизда, блядь! Включай! Едем без музыки! Пизду, я музыку включаю. Да блядь! Блядь! Что? Я не держусь ни за что! Пизда, глаза! Кусты, кусты! Пизда мне! А ну-ка, тормоз! Ярик и теря! Нормально! Бля, глаза! Да не тормози ты ногами, ёбаный в рот! Конечно, глаза будут! Ты меня выткнул, бро! Бля, я вообще сладил там просто по сугробу! Нет, он просто фонариком не дает руку, дай! Я на брифу! Ну нормально? Да! Отлично! Без маски не вариант. Пацаны, Андрей, ты не хочешь просто застегнуться? На, ярый. Тут за камеру можно зацепиться? Я просто на работе закрою. Не, не вариант. Понтуется. Андрюха, реально, не на модном приговоре. Приговорите меня модно как-то. Андрей, не тормози ногами, снег. Мне глаза без маски отсохли, там два льда. Ты тормозишь ногами, и от пяток летит искры снежные. Я за Ярика беспокоен. Скажи, что вам говорят в чате. Просто проверь. Стоп, всегда говорил ради меня. Сейчас глаза проветрим. Когда забор, главное, притормаживать, а то Ярика просто уничтожит. Там. Я нормально слайд. Чат, ну вообще-то не каждый день на гелике и на ватрушках катается. На сноуборде. Я не видел такого, если честно. Ну могли бы хотя бы лайк по трансляции. Ой, блядь. Давай можем до дома доехать и очки возьмем.
А мы сюда в ту сторону едем? Просто кабум проезжаем? Ну, мы не совсем туда едем. Мы можем заехать, если надо. Ну, вот так, фикс. Там у тебя поехали. Ебать, у меня мёртвый. Да, в машине. Смотри. Ледяная маска. Ледяная. Потому что кто ногами тормозил? Глаза там, это, блядь, тебе летело? Ледяные. Блядь, конечно, летит. Он тормозит, блядь, и искры летят. У него сопля вот здесь замерзла. А ты масочку посыпай. А все, маска уже без понтовой. Отогреть надо ее. В машине. Хай греется. Ты без очков поедешь? Да. Тебе пизда. Если ты не будешь ногами. Посмотрим. Это Ярик тормозит. Кто есть, если с Яриком что-то случится, кто подкаты будет снимать? Ярика не забудет. Ярик, не ласты. Нормально, парни, не разобьюсь. А, я лет. Готовы? Да! Пошло! Едем! Тормозят, остальное ладно. Он в машину не ушел, блин. Аккуратно держите для ладно, едешь мы? Стоять. Блядь. Галлюцинация. Глюки, глюки. Нет, нет, стоп. Глюки, просто глюки. Глюки, просто глюки, глюки вот так. Так, если держусь. Как хоть слов, барахла. Я тут хоть слов не падаю. Я держу вас, сэр. Блядь, натурой. Нет, слайду. Слайду. Парадеюсь, слайду. Нет, глюки, глюки. Направо. Давай, три. Блядь, идем. Держу, держу. Бля, бля. Этого я и боялся. Сука. Бля, да вот ты в щиток влетел, блядь. Я чуть свет не вырубил. Галлюцинации, кричите. А какие галлюцинации? Какие? А, галлюцинации? Тормози. Нормально сами. Пиздец, он ебался пополам его. Ну, сломался, блядь. Сломал ногу, да, Ярик? Ярик ногу сломал. Чё? Не, нормально это? Вот что такое, дается, но я думал, сейчас все электричество в деревне. Я думал, ты щиток летит сейчас, блядь. Бля, это было бы круто. Сейчас туда и спускаться будет. Вот так больше не делать, да? А? Так не надо было. Ну, лучше, когда вот такой щиток стоит, то нет. Но я, если что, я легонечко дал газ. Из-за того, что поворот, да, да. Но я думал... Поехали. Бля, ну было хорошо. В стену. Я смотрю, ты уже вот нас вот так вот боком вот здесь. Он уже держался за нее. Давайте, мужики. Я ломал забор. Ярик, придерживай. Придерживайся, Данил. Спасибо, спасибо. Я без очков, смотрите. С Рождеством вас! Рождеством! Спасибо большое! Спасибо, спасибо!
Так я тоже придерживаюсь. Нам и глазам, и седлу, и рулю. Ай, блядь! Блядь, она там жестко дает. А нахуй ты очка все-таки не наденешь? Они замерзли. Блядь. Стой! Галлюцинация! Блядь, как больно глазам. Кто ударился? Парился. Пиздец. Чем? Ай, блядь. Как твои глаза? У него замерзло все там. Я не могу открыть. Не верил? Реально, галлюцинацию словил? Я открыть не могу. Давай отморожу, погоди. Смотри, все лицо поцарапало. Завозит. Вдыхай. Галлюцинация на туре? Галики. У гелика звук добавляет еще. А что ты ехал? Да немного, 30-ку максимум. Мы ехали вот там, чуть забор. Открывай, это, сейчас ты закрыл глаза, мокро, замерзнет и не сможешь открыть. О, блядь. Понял меня теперь. Так тут, блядь, от другого летело. Ой. Где это? Что так, телефон? А, вот. А куда ты? Где это играет? Поехали с горки скатимся. Маску надень. Хорошо. Давай до очков доедем. Вот очко. Сейчас, вот надену, вот очки. Надо было слюной их смочить. Да, слюной. Мы ныряли. Сейчас застынет. Со слюной. Видно? Да. Вот так лучше. Бля, нихуя не видно. О. Не, на галики ловится жестко. Кто? Галики. Галиностоп. Ага. А, это уже галлюцинации. Да. Вам как нравится, парень? Ничего не вижу. У меня двойное стекло, парни, не потеет. Вижу, блядь. Да, а, блядь, у меня же лежат такие очки. Да. Они с собой. Да. Я эти решил надеть. Нахуй, ты как сказать, страшно, это ты ничего не видишь и... Тут ты прав, Ярослав. Ярослав, шумов. Ну мы поддержим друг друга, поэтому надо. Да, это факт, сгорел, блядь. Сгорел, блядь. Ничего не вижу. Так, не вижу. Погнали. Let's go! Yeah. Да. Yes, sir. Добрый вечер. Рождество у вас. Здравствуйте. Ну что,
Да, с горы, да все, накатались уже. Отлично было. Где искать маски? Поехали с горы кататься. А где маски?